В этом году у ребят группы «Земляничка» детского образовательного учреждения «Теремок» особенный праздник. За все время посещения малышами детского сада к ним в гости впервые пришли родители. Сегодня первый осенний утренник в этом году. Мы к нему очень серьезно готовились, потому что сегодня нашими зрителями были родители, бабушки, дедушки. И дети видели своих родителей, и они замечательно справились со своей задачей. Им было весело, им было интересно. Ребята порадовали мам, пап задорными детскими песенками и танцами. А родители, в свою очередь, поблагодарили детей бурными аплодисментами. Мы хотим спасибо сказать воспитателям за этот прекрасный осенний утренник, да? Ага. Нам очень понравилось, дети первый раз выступили как взрослые. Нам очень понравилось, спасибо. Такие мероприятия приобщают детей к творчеству и помогают не бояться выступать перед зрителями. Утренник оставил в душе как детей, так и родителей приятные воспоминания и сблизил их.